Друзья, всем здорово, с вами снова я, Руви. Сегодня вас ждет просто офигительная серия по игре Polarnova's Battleground, где мы делали челлендж, в котором нужно было взять топ-1, используя только один слот под оружие. Всем приятного просмотра, надеюсь, что видео понравится. Тихо-тихо. Серег, рассказывай, что мы сегодня делаем? Ребят, челлендж довольно-таки простой на самом деле. Мы берем топ-1 от третьего лица. Это уже просто... Да, все, больше ничего не делаем. Да, больше ничего не делаем. Лутаем все подряд, абсолютно все, за исключением оружия. По оружию можно использовать только один... Или... А я думал, ты вырубил, сорян. Не, я не вырубил. Или это М-ка, или калаш, пистолет, пулемет, пофиг. Главное, чтобы занят был только один ход по оружию. Сковорода и гранаты — это также оружие. Да, у нас, по-моему. Да-да-да, братан, ты пока расскажешь, что я тут убиваю. Все, минус все, короче. Вот. Ох, ребят, Дискорд лагает просто триндец. Сори, что там все было пролагано. Я в начале ролика вам, наверное, отдельно расскажу правила, кто не понял. Вот, ну, да, суть, я думаю, вы поняли. Да, это Дискорд. Да, да. Слушай, а если сейчас буду играть опять с КС? С СКС, понял, пацаны, минус катка. Ну, то ты... Не, на самом деле, СКС идея хорошая. Тем более, я буду типа СРК, это СКС, то есть, ну, по сути, это какой-то определенный тимплей. Игра по ролям. Но параллельно не было задумано, поэтому... На самом... А, ну тут есть СКС. Ну, давай, решай, давай. Я с СКС, ребят, играю? Все, точно? Да. Понял. Или я геймер, или охранник. Понял. Братан, где-то вот тут вот... Ах ты тупая крыса. Читер 95. Погиб. Братан, пал братан, смертью храбрых. Ты бы видел, еще? Каким образом он меня не убил. Ну, то есть вот просто как это произошло, ты бы охерел. Реально охерел. Не, ну купить читы за 3000 рублей не убить, это... Это сильно, надо как быть. Минимум, да. Да-да-да. Не знаю, пацаны, почему, но я думаю, что это топ-1. Ребят, если этот ролик будет топ-1, ну просто пообещайте, что вы поставите лайк под это видео. Вот просто пообещайте. Пообещали? Все, с вас лайк. Если, конечно же, будет топ-1. Я что-то придумал новое. Что придумал? У меня будет кубу. Компенс есть. А. Серьезно? Ты его забрал, да? На СР? Не, на, отдам. Давай. О, люблю Серегу в PUBG. Спасибо. А Пламигас нужен тебе? Я постой, Серега. Давай. Вот есть вот это. О, вот это пока. Пока. Пока компенса нет. А что у тебя за прицел на СКС? 4. У меня коллиматор. Ебать, тут пятерок. Топовая М-ка, тапалка, рядом лишь топовый тапалка. Нормально. Пул набор, нахуй, наркоман. На пинге, за дропом прям. Братан, давай, короче, чисто на ужин. Он перебежал налево. Все, понял. На нас бежит. Кто его забирает, тот победил в этой войне. То есть калаш или СКС от бедра, да? Какой от бедра, Серега, не гони. Ну, мне почему-то едет. Вообще, где он, бро? Вот он. Бежим. Ага, мое, засад. А, я убил. А где еще один? Даже вопрос. Братан, меня это пугает, если честно. Не вижу друга. Тоже не вижу друга. О, понял, сзади тебя бьет. Хан, да, бахан. Хана. Не, его не вижу, а, понял, где он. Он дроп пролтал. Это штука, да, круглая? Вижу, вижу. Бери его слева, я его справа держу. Бери его полностью. Просто... Убегает. Понял, просто прикрой, я сбежаюсь. Он а где он? Он забежал в середину этого хана. Понял, чекаем. Серега Очкова. Не вижу. Тоже. Тихо. Собака где-то прячется, слышишь? Тут ракетница. Наверху. Уверен? Нет? Не нет. знаю. Нет. Боже, это... Слушай, ну он, конечно, хорошо засейвился. Он где-то среди нас. Понял, что мы кончены, просто убежал. Пацаны, немножко эти правила. Ну вы поняли? Серег, ты по кому? Он у меня. В смысле, у тебя? Ему. Инфоприз можно? За камушком соседним. Вижу, лол, боже. Он умирает. Раз, два, три. Я, конечно, пострелял как дебил. Ну ты его показывал хорошо, да. Он в море сидел, я... Капец, слушай, ну он нас почти развел, короче. Ты, дай угадай, ты хотел взять третий шлем, короче, такой бац, вишь, его нет. А я его не заметил, если честно. Волшебник. Тихо, челик у меня. Прямо на горе у меня. Вижу.
Ног один. По-моему, споткнулся. А второй рядом, да? Не знаю. Да, по-моему, пробегал. Да, вижу второго. Где инфу? Возле того. Инфу плюс. Возле первого, за курятником бегает. За курятником? Угу. Да, вот он меня вижу. Целит. Блин, вонючее дерево. Мне жизнь испортило. Смок кинул. Я друга не добиваю. Все честно. Я в упоре. СКС. Бедро. Вперед. Убил. Так. Пара-пара-пара-па-па-па-па. Пацаны, мы не добивали. Как говорится, все честно. Красиво. Классно. Молодежно. Где наш аэродроп? Я не понял. Они охерели вообще мыши? Не, ну, слушай, катка хорошая. Ну, такая, знаешь, типа, ну, не, пока непонятно. Просто мы уже привыкли, ребят, к хорошим каткам. Все время реально третьего лица все идет, ну, очень легко. Ну все, тот дроп упал, пора нашему дропу падать. Где эта собака? Братан, у нас на горе. У тебя? Да, да. Я не знаю, почему они тут ко мне, я не понимаю. Я ухожу в кемп, бро. Я ухожу в кемп. Давай, уходи. Чтобы не умереть, потому что не хочется из-за меня опять катку сливать. Тебя, походу, пахнет просто. Да, воняет, походу. Может, я не мылся год, я не знаю. Все, я в доме. Убьем? Да. Погнали. Понял. Бро, я хиляюсь. Просто глянь мне хп, пожалуйста, на секунду. Вижу. Ты не видишь, их нет. Как ты можешь видеть, то чего нет. Так, у него третий шлем. Да, только не добивай. Тихо. Вижу друга. Где он? Инфу. Передо мной за деревом. Ближайшее дерево? Да. Понял. Убил. Там третий шлем забери у друга. Да? Нижнего, первого, который был, да. Нет, у него не было. Так, не понял, что ли. А ты чё? Пол? Не было. У верхнего, возможно, было, так, который начал. Я, наверное, где... на МК. Серёг, где наш дроп? Ты не в курсе? Он что-то исчез куда-то, наверное. Мы его арестовали. Ага. Что за помойка? Эх, как я успел просрать зомб? А, ты не в теме, да, что найдёт? Ну, ты вроде обгоняешь, нормально. Конечно, закидал все, что есть себе. Чисто под спидами. Это наш может лететь? Ну, если чё, как бы... Его лутать уже нет никакого смысла. Ну, со зоной может лутать, почему нет? Это не наш, нет, не наш. Я не знаю, наш исчез. Его просто нет с нами. А ты вверх стрелял или куда? Вверх, отвечаю, вверх. О, смотри, так этот на нас падает, это обычная... Это обычный, да, а наш. Если ты мне дашь пулик, то мы будем его бить. Скинул пульки. Ну там как бы немного, но я думаю, тебя хватит. Семерки, спасибо, но мне пятерка нужна. А, лол, ты еще пятерка говорил? Тогда. Да. А вон валяется, поднимай. Понял. Блин, я думал, ты пятерка. А, семерка. Ладно, забей. Смотри, я бедро. Будем так? Ладно, забей, просрал их. Давай. О, конечно, лол. Погнали. Дядь, 5 человек? А, тут осталось 3 человека. А как это могло произойти? Я не знаю. Я думал, что накидаем 20 киллов. У меня 2. У меня 8. У тебя 0 есть? Блин, 10. Черт, еще 10. У тебя Т3, да? Не. Третий шлем, прокоцанный броник, второй. Короче, лутай, я прикрою, бро. Я боюсь, что в этой вот хрени могут быть, которые впереди. Пышки. Типа третье лицо там же, да, у нас сидят полибасы. Ну, не полибасы, а вероятно. Хотел предложить тебе гранату кинуть. Да, а я, кстати, тоже хотел, только думаю, сейчас грин закинем, ова, изи. Отлично, блин. Пусто, бро. Никого вообще. Чисто пусто. Могут быть эти 3 человека. I don't know. А вот нам... О, нифига ты мохнатый. Кто заметил? Кто из нас еще не мылся? 100 лет. Я картошку посадил. Ну, где они могут быть? Не знаю. Может, их аэродропом в землю вбило? Оп! А, про, на пинге, типа, за камушком. Далеко? О, третий шлем, слышишь? Нормально, пацаны. Далеко, упори? Далеко. Ну, камень, который далеко, да. А, короче, это Тима и одиночка. Я боюсь, что одиночка нас накажет сегодня. Слушай, а им-то... Тима, блин, сейчас зона прокнет к ним на гору и тринда, просто тринда, бро. Не прокнет, блин. О, понял. Я спущусь в ЛГ, братан. Все, хватит там стрелять. Это очень очковая тема. Где-то одиночка, которая, ну, полюбаса лежит, что еще делать?
Может, займем кемп быстрее, чем они? Какой? Впереди, который на горе. Урядник? Не-не, кемп. На горе занят. Чем? Святым духом. Типы под камнем там. Отвечай, я боюсь единичку. А там два типа было? Или? Там два, да-да, там два. Значит, где-то единичка. Блин, я не хочу кемп, честно. Вижу типа. Понял. А осталось тебе два, да? Да, да. Они уже в кемпе, скорее всего. Да. Давай ставим. За камушек. Да, да. Ай, блин. Ну, типа, у нас другого варианта нет. Типа, там ХГ. Единица нормальный вариант. Мне бы запускаться? Тихо-тихо, пожалуйста. Я понял. Дай в домике залутаемся. Запускаемся. Дом наш, брат, отлично. Просто это ХГ, если бы мы были в ЛГ, они бы нас точно переиграли. Ну, если они не дебилы, конечно. Тихо. Два в два. Тихо, тихо, слышу. Впереди бежит, бежит. Не ходи, не двигайся. Вон домики в этом. Тихо, не шагай, Серег. Спасибо, Серега. Ног. Друг слева. Слева, понял. Единица, красава. Сколько киллов, Серег? 3. 10. Друзья, кому ролик понравился, поддержите лайком и просьба каждому, кто не знает Серегу, Шнапи, перейти по ссылочке и посмотреть его ролик с его стороны, как он там ходил, как он действовал и так далее. Вот, а кому понравился на моем канале, просто поддержите лайком, подпишитесь на меня. С вами был я, Руви. И Серега, Шнапи, ребят. Всем удачки и пока-пока, друзья. Пока.